В Могилевском онкологическом диспансере открылась обновленная центральная цитологическая лаборатория, а к концу сентября должен начать работу новый хирургический корпус. Все это не просто расширение площадей, а внедрение новых технологий, которые позволят людям жить дольше. Сегодня из каждой сотни онкобольных 56 человек живут более 5 лет. Возможно, нововведение позволит довести эту цифру до 70. Это новый корпус Могилевского областного онкологического диспансера. Большая стройка, которую ведет стройтрец номер 12. На площадке сейчас работает более сотни человек. А что там будет находиться? 8 операционных залов, оснащенных современным оборудованием. Это раз. Что это нам дает? У нас достаточно квалифицированные кадры, врачебные и среднего медперсонала. Плюс современное оборудование – это новые высокотехнологичные операции, новые сложные операции, которые нужны для пациентов. Сейчас идет внутренняя отделка помещений. Кроме операционного блока, тут будет отделение реанимации, где будут выхаживать больных. Новые технологии, современное оборудование плюс знания и опыт врачей. Такая формула должна дать результат. Кстати, введение нового корпуса даст облегчение и другим подразделениям, и в частности поликлинике. Там ведь бывали многие из нас, сами или с родственниками. Условия в старом здании стесненные. Мы планируем, что у нас освободятся площади, и получится расширить поликлинику за счет освобождающихся площадей на первом этаже. Я думаю, что это разгрузит, будем говорить, тот коридор узкий, в котором сейчас пациенты ждут приема врача. Централизованная цитологическая лаборатория тоже новая, по сути. Раньше она обслуживала только пациентов онкодиспансера. Теперь она будет работать на новом областном уровне. И ее задача – профилактика рака шейки матки – относится ко всем жительницам Могилевщины, даже тех, у кого нет жалоб и признаков болезни. Часто выявляются патологические клетки, сигнализирующие о том, что у женщины в недалеком будущем проявится страшное заболевание – рак шейки матки. Это наша основная функция. Найти так называемые вот эти клинически немые раки шейки матки. Для лаборатории приобрели новое оборудование французского производства. И дело даже не в том, что здесь все делается теперь не руками, а автоматизировано. Это совершенно другая методика – жидкостная цитология, которая позволяет более эффективно выявлять опухолевые клетки. Эта методика существует уже в течение 10 лет за рубежом, в Америке, в Европе. Но у нас в стране на государственном уровне решение принято только в прошлом году о внедрении этой методики. И вот сейчас это только первые такие аппараты. Чем раньше распознают болезнь, тем больше шансов у пациента на жизнь. Такова формула выживания при онкозаболеваниях. Возможно ли их предотвратить и что делать? Это здоровый образ жизни, это здоровое питание, это забота о себе и своевременное прохождение обыкновенных, рутинных обследований. Здесь не нужны какие-то сверхмодные технологии, суперсовременные, для того, чтобы пройти обыкновенное профилактическое обследование. Рентген легких, общий анализ крови. В некоторых ситуациях ультразвуковое обследование. Для женщин осмотр гинеколога. Как правило, этого достаточно. А если заболел, не прятать голову в песок, а идти к медикам. Заболеваемость на онкологию неуклонно растет, к сожалению. В Могилевской области она теперь составляет 512 больных на 100 тысяч населения. И это немного больше, чем в среднем по Беларуси. Уже второй год в Могилевской области выявляют более 5000 человек с онкообразованиями. Всего в Беларуси в среднем 50 тысяч новых случаев. Правда, медики отмечают, что все больше новые опухоли выявляются на ранних стадиях, и это хорошо. В прошлом году выявлено 5260 случаев, в этом году уже выявлено за полгода 2630 случаев. Это связано прежде всего как с улучшением диагностики онкологических заболеваний, но также с постарением населения, у которого, к сожалению, данное заболевание превалирует. Последнее время растет в связи с обследованием населения по всей стране рак предстательной железы. У женщин рак молочной железы. И особенно в последние годы мы видим увеличение рака полости рта, рака глотки. И основной из причин мы считаем вот так злоупотребление курением, алкоголем. И, в общем-то, это те локализации, которые можно избежать, предотвратить, ведя правильный образ жизни. Новый хирургический корпус планируют сдать к 30 сентября. В октябре там планируют установить новое оборудование и работать.